Минское метро переходит на летний режим работы. Уже сегодня время ожидания поездов немного увеличится. Так, на московской линии интервал движения в утренние и вечерние часы пик возрастет на полминуты до 2,5. На второй линии автозаводской подождать следующий состав придется 3 минуты. Вечером час пик 3,5. Станции Минск-Подземки открыты для приема пассажиров с 5:30 утра до 12:40 ночи. Подробнее с графиком можно ознакомиться на сайте метрополитена.